где воин? Виталий Павлов, президент оргкомитета фестиваля, 7-го международного фестиваля Offroad Free Fest. А сколько стран участвует сейчас? Белоруссия, Россия, Украина и Польша. Эти мероприятия, они способствуют развитию новых клубов, новых каких-то тусовок, новых объединений людей и толкает их на занятия активным образом жизни. А это очень как бы здоровая такая атмосфера, здоровая ситуация, чем где-то ходить по зауглами, непонятно чем заниматься, так лучше заниматься активным спортом. А что, перевернулись? Не понял, что делать? Живой? Все живы, все здоровы. Поехали на финиш. Нас там ждут. Стасюк Павел меня зовут. Откуда? Из Беларуси, из Бреста. И я заметил, очень здорово водишь машину, да? Ну, стараемся как-то. Пару лет уже ездим за рулем. Какой результат был? Ну, результат пока не знаем, но неплохой, скажем так, в призах есть точно. Да, я сейчас проехался, как раз мы с Пашей проехались, я получил кучу адреналина. И скажи, ты получаешь адреналин только от езды на машине или еще чего-нибудь? Ну, наверное, только от езды на автомобиле. Каждый год будешь сюда приезжать? Стараемся каждый год приезжать. Очень сильная организация. Дети тоже во многих конкурсах участвовали, что-то выиграли, какие-то конкурсы. Вот. Очень сильная организация на Украине у вас. Это очень прекрасно. Хотел спросить у девочек, а вы хотели бы так гонять, как ваш папа? Да, я бы тоже с радостью. Вы скоро замените папу на этом ответственном посту? Нет. Я думаю, папу еще не скоро заменить надо будет. Еще подрасти, просто присоединимся к нему и все, будем вместе с ним гонять. We'll be right back.